Сцена 4, кадр 1, дубль 2. Добро пожаловать в четвертую часть нашего видеодневника. И сегодня вас сопровождаем мы, Кристина и Алина. Не будем долго тянуть и поскорее заглянем в следующую локацию школы Айкидо. Вау! Истинно просвещенный человек никогда не воюет. Отлично, молодец. Дальше что у нас за счастье, да? Наш актер Никита Красноярс играет роль помешанного философа, который занимается всеми видами боевых искусств. У нас есть уникальная возможность поговорить с руководителем сибирского отделения школы Айкидо Диги Синкай Виталием Корневым и узнать у него, как научиться справляться со своими эмоциями. Коленки впереди. Во, и руки любви. Тогда я еще не смогу тебя выдавить. А как научиться справляться со своими эмоциями? Эмоции – это ваши мысли. Вот научиться контролировать в первую очередь свои мысли. Есть что-то похожее между актерским искусством и боевым? Человек, который занимается боевым искусством, ему очень важно уметь обмануть своего, недруга, да? Поэтому ему очень важно тоже владеть своими эмоциями, да, показать, что он злой, или наоборот, обхитрить его, что он слабый, какой-то, может быть, даже неуравновешен, и этим воспользоваться. Я думаю, что это их объединяет. Мы сами выполняем все трюки, так как они несложные и абсолютно не опасны. Сцена 4, кадр 12, дубль 4. Начали. Наш видеоблог подходит к концу, а продолжение съемочного процесса следующих блогов. Ну а сам фильм вы можете посмотреть в феврале 2018 года. Всем пока!